Григоренко оставляет шайбу Александру Радулову. Насколько... Ох, какая передача! А все почему? А все почему? Да потому что Александр Радулов устоял на ногах. Вот это и есть физическая, вот буквально в чистом виде физическая сила. Вот давайте еще раз посмотрим. Это уже концовка эпизода. Эрик Эрсберг защищает ворота команды хозяев.